кстати, не уголками капельницы интуитивали, потому что ты ставишь, они потом все равно каким-то образом, блядь, играют. Дальше показываю следующее. Вот здесь мы идем, идем, и здесь вот уже вот настолько, блядь, считай, идет минусом. Но у нас по уровню мы идем. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. О, вот этим правилом. Дальше показываю. Пойдем, вот тут мы на Сантик уже в воздухе висим, да? Можно по факту. Показываю здесь. Да не, вот показываю. Вот этот кусок, вот по уровню, если вот так вот смотреть, он задран, блядь, и тут вот в этом месте нет угла, он шевелится туда-сюда, туда-сюда. А здесь, вот здесь уже Сантик пенопласт, потому что тут вот идет уже пустота, так нельзя делать. Отсюда надо вот уже в Сантик клеить, и это по периметру еще стоп. Поэтому все говорят быстрее, быстрее, а это чьи-то косяки, ёпты, блядь, ну посмотри, как так можно, ну, косяки, блядь, это все надо спиливать, но если мы спилим, смотри, вот так вот ровно, вот, убери руку, пожалуйста, вот, если мы спилим, ну, как хоть визуал, хоть чуть-чуть, у нас вот здесь вот размер, 3 сантика, и здесь, тогда будет 2, и что, и как, и 2,5, а вот, вот, видишь, ну, так, видишь, что заворот, такая лыжа, надо будет снимать это, ну, в общем, вот так. Рассказывай. Значит, с этой стороны, Я просто тут будет, ёпта, у нас пенопласт надо снимать. Не знаю, что делать. Так, вот лестница, эти вот, вроде, чистые. Вот эти все лестницы, они намного лучше, которые я реставрировал, тут делал в пятом. Вот единственный этап дальше. Так, дальше. Это ужасно. Все, пошли, я тебе дам чуть-чуть копейку, и мне надо ехать уже на другой объект. Все, сейчас я дам еще указание. Хорошо, вот так вот. И вот, которые я сделал, вот они тоже про белые становятся. Все.